Сразу несколько попыток незаконной перевозки лома черных и цветных металлов пресекли правоохранители за прошедшие сутки на территории Гомельской области. Сначала в ходе специальных контрольных мероприятий сотрудниками ГАИ и ОБЭП на автодороге Гомель-Кобрин был остановлен автофургон Volkswagen, в кузове которого находилось около 350 килограммов цветного и около 150 черного металла. А затем в Добрыше милиционеры обнаружили грузовик, который был загружен аналогичным добром практически под завязку. Среди металла, судя по всему, оказались краденые могильные ограды. Правоохранители уже начали проводить проверку по этому факту и инициировали в отношении перевозчика административный процесс. Сотрудниками госавтоинспекции совместно с сотрудниками АБЭП проводятся на постоянной основе профилактические мероприятия, направленные на незаконную перевозку черного металла, цветного, также спиртосодержащей продукции, продукции животного происхождения. Стоит не лишним напомнить нашим гражданам, что за данную незаконную перевозку наступает как административная ответственность, так и уголовная.